Друзья, всем привет! Мы с вами на объекте. Ему чуть менее 10 лет. На нем установлена сушилка премиум класса Сунерже Богемия с полкой. Вот что у нас произошло на объекте. Получилась небольшая коррозия. Друзья, мы произвели замену полотенцесушителя. Был небольшой казус. За 10 лет у Сунерже, конечно, что-то поменялось в параметрах. Пришлось немножко пересверливать отверстия. Но ничего, они скрыты за декорами, вы их не видите. Напоминаю, полотенцесушитель Сунерже Богема Плюс, то есть с полочкой. Что произошло в модели, которую мы меняли? Появилась электрохимическая коррозия, ну конечно где-то здесь проводка проходит, все это влияет, поэтому случай не гарантийный, потому что объекту более 10 лет, но компания Сунерже печется о своих покупателях, пошла нам навстречу, предоставила такой же полотенцесушитель с дополнительной гарантией 10 лет, то есть у них идет покрытие полимер протект дополнительный против антикоррозионной реакции. Что мы получили? Ну, естественно, тот же самый красивый дизайн, плюс полированная сталь, которая за долгое время не теряет своего блеска, родные подключения, с которыми нету проблем вообще. Поэтому, Сунерже, спасибо. Я однозначно рекомендую этого производителя. Российский производитель, который не ушел с рынка, который выполняет все свои обязательства.